Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики, с вами, как всегда, Макар 89. Наконец-то мы дождались нового зимнего выпуска обзоров походной еды, поэтому мы сегодня будем что-то есть и заодно об этом обязательно поговорим. Ну а сегодня у нас вот такая интересная банка от Слуцкого мясокомбината. Давно не было Слуцка, в принципе, если поискать где-то в первоначальных роликах, он там встречается у нас. Раньше, в принципе, была весьма неплохая тушенка. Но вот такой у них вышел продукт под названием говядина новая. Вот там что-то вот непонятное, правда, изображение какое-то. Но, как говорится, все новое, хорошо забытое старое. То есть догадаться сделать на новой говядине открывашку современную. Они, собственно, не догадались, за что. Очень большой минус этой упаковки. Ну так, дизайн, в принципе, заметный. Ярко-красная банка. 340 грамм. Город Слуцк. Цена 3 рубля в Евроопте. Бюджетная версия. Вот. Ну что ж, обратимся к составу этой новой слуцкой говядины. Состав телятина. Видите? Разрыв шаблонов. Не говядина, а телятина. Вода питьевая, соединительная ткань от отжиловки мяса, лук репчатый, комплексная пищевая добавка, желатин, Е-223, сахар, соль и усилитель вкуса и аромата. Ну, конечно же, антиокислитель, соль, агент и йодат калия. Ну, что ж, в принципе, наверное, хранится года 3 с таким составом, да, 3 года. Рекомендуют разогреть для разового потребления, то есть несколько раз потреблять не рекомендуют. Вот. По рецептурной закладке 70%, а ткани 7%. Итого, в принципе, 13% агентов различных. Ну что, в принципе, я думаю, наш зимний ужин продолжается праздничный. Вот такая новая говядина слуцкая. Ох, как ее открыть? Конечно же, можно использовать различные техники. Но у нас сегодня на обзоре оказался вот такой вот трофейный натовский швейцарский нож швейцарского офицера. Видите, немножко подгорел он. Вот, при встрече. Да, здесь различные, конечно, открывашки. Ну, таким ножом. Наверное, рыбные консервы только открывать. Ну, поэтому шансов, видите, у них немного. Ну что ж, приступорим и откупорим нашу кубышку. Так, друзья, кубышка открыта. Обратите внимание, для меня сейчас тоже удивление такое. Что это за... что это за зазор такой? Очень интересно, конечно, такого я еще не видел. Первое впечатление. Какой-то диковатый запах. Такой, знаете, валящий, который вообще не вызывает аппетит. Мне очень странно она выглядит. Желе такого непонятного вида. Ладно, 3 рубля, новая, слуцкая. Попробуем. Желе-то зачастую портит вкус. Даже вот не буду рисковать, наверное. Что попадет, то попадет. Ну что? Смотрим. Вот такой у нее вид. Кусок я себе, конечно, не пожалел. Пробуем. Но желе мерзотное просто. Ну, не знаю, что тут нового. Кислый, очень кислый вкус. И реальная кислятина. Я думаю, из-за этого желе. Будем ее греть. Весьма соленая, достаточно кислая. Но в целом отвратного как бы ничего нет. Но вот как бы в прикуску с какими-нибудь овощами. Достаточно мягкая. Ладно, погнали. Лайфхака тут не будет.
Поэтому просто загружаем и переходим к горячему тесту. Холодный тест ставлю 6 баллов. Из-за соли и из-за кислоты. И запах, конечно, мне не понравился. Вообще дикий какой-то. Поехали. Итак, вы снова на канале Макар 89. Горячий тест в самом разгаре. Видите? Слуцкая тушенка закипает. Хочется отметить, что запах такой же, в принципе. Видали? Это вот в Камбодже такому учат. Собственно, запах тоже не очень. Вот такой вид у нее. Блин, я не знаю, с чем связан этот запах, с холодным. Тестом тоже не задался. С горячим тоже, конечно, не очень. Опа! Чуть практически, наверное, ничего не осталось. Вот такой там маленький кусок. Его достанем. Попробуем сейчас достать. Чик. Все на месте. Пустая банка. Слуцк. Если можно его увидеть. Да, вот, просматривается. Ну что, друзья, посмотрим. Знаете, мне вот напоминает эти вот по 4,50 молодечинские тушенки. Ставьте лайки, если заметили, что похоже, типа, как вот одна партия. Прям очень они похожи по виду. Только это дешевле, это 3 рубля стоит. Новая, не знаю. Ну, всякую чушь пишут. Пробуем горячий тест. Ну, очень странный вкус. Такой, знаете, кислый. Кислота не пропала никуда. Кислый, весьма такой даже молочный, я бы сказал. Прям перебор. Телятина. Что ж еще взять? Может, поэтому. Можно просто насладиться костром. Потому что я не знаю, как бы вообще стоит ли вот это покупать. Ну, можно любителя. Но мне что-то не зашла эта телятина. Резкий какой-то вкус, прям чересчур молочный, с кислотой и такой соленой послевкусицей. Не, как самобытное блюдо вообще никуда не годится. 4 балла поставлю. 4 балла и по 10-бальной. Ну, как бы не совсем трэш. Но до середнячка не дотягивает. Сомнительный вид, запах. Ну, реально кислота во рту. Ой, ну, не знаю. Что тут нового, друзья? Новое то, что вот такая у них банка с названием «Новая». Второй раз я новую эту банку пробовать не буду, хоть она и стоит 3 рубля. Ну, может быть, в крайне экстренном случае, если вот на полках уже ничего не будет, кроме аршанского какого-нибудь божества, типа там всяких знатных и так далее, королевских. Я тогда вот эту возьму. Да, она чуть получше, но до середняка не дотягивает. Поэтому не рекомендую, но можете попробовать, как в качестве эксперимента. Телятина, все такое. Но как и запах, так и вкус весьма резкий, аппетитного мало. Ну а с вами был Макар 89. До новых встреч. Встретимся этой зимой на обзорах Макар 89. Подписка. Лайк, дизлайк. Решать вам. Но главное, что смотрите, у нас же Инстаграм еще работает. Outdoors Belarus. Можно найти классные фоточки там. Можно увидеть. Не, что-то не хочется доедать. Ладно, всем пока.